А мы в городе еще не ездили ни разу на танке. Надо бы это исправить, ребята. Поехали. Посмотрим, сколько мы здесь можем проехать вообще. Голова-то у меня вон аж высоко как. Можно башкой только так стукнуться. Попробуем 1000 метров проехать. Либо 2 километра. Ну, конечно, 2 километра мне не хватит. Ой-ой-ой, аккуратно. Я боюсь стукнуться головой. Смотри, как высоко голова находится. По-хорошему должен был в танк спрятаться. Не знаю, зачем башка торчит у него. Он не понимает, что ли? Смотри, разбился. Ха-ха-ха-ха-ха. Повтор, дружище. Подожди-ка. Ладно. Блин, можно было гаджет поменять. Ну, хотя у меня стоит много гаджетов. 2 гаджета как минимум стоит у меня. Сейчас попробуем проехать. Как минимум гаджета 2 стоит у меня. Почему же так все сложно-то? Оп-оп-оп, аккуратно. О, прыжок хороший был. Да. Так, здесь надо аккуратно ехать. Где я там разбился? А, новый рекорд, все, проехали мы его. Это место, аккуратно. Все, едем. Так, вот здесь вообще нужно предельно быть аккуратным головой, чтобы не стукнуться. Ну вот. 1000 метров мы проедем. Тихо-тихо-тихо. Надо этот гаджет убирать. После прыжка он дает еще, видишь, ему ускорение. А это не нужно. Он клюет носом. Все, проезжаем здесь спокойно. Вот, а вот здесь уже... Нам нужно аккуратненько проезжать. Проезжай, ну! Чего ты там застрял, вонючий случай танка, вонючка? Да, не везет танку. Ну что, поехали уже на другой тачке. Посмотрим, сможем мы проехать больше, чем багги тут проезжает. Да, тяжело, конечно, проехать. Но плюс этого автомобиля, что у нас есть магнит. И мы не пропустим бензин, как в прошлый раз мы пропустили. Просто-напросто у нас кончился бензин. И мы не доехали. Да, на этой тачке у нас уже есть магнитик. Ой, и благодаря этому мы можем проехать более рекордное расстояние. Так. Ну вот уже, у нас уже, ребята, 8000. Первый километр проехали. Да. Так, здесь, наверное, будет у нас бревно висеть. А, нет, еще пока не здесь. А, вот оно, бревнышко, это наше. Еще будет второе бревно, кстати. Так, аккуратненько спускаемся. Опа, 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 опа. Так, бензинчик. Есть. Бензин. Все, проехали. Да, прокачали мы машинку прям очень мягко, очень хорошо едем. Прям уже с прокачкой, мне очень нравится машинка эта. Видимо, не хватало прокачки у нас все-таки.
прокачивать машинки нужно. Если только были бы денег, да, много, то почему бы нам бы и не прокачивать эти машинки? Так. Ну вот, уже смотри, 9500 монет. Вот, магнит вообще рулит, офигеть. Красава, красава. Может быть, за 3 дня мы накопим денег столько, сколько нам надо, может нет. Так. Опля. Замечательно. Ну вот, уже 10 тысяч монет. Здорово. Опа, чуть-чуть бревно не въехали, так хорошо, нам повезло. Чисто случайно мы так его с вами, ребята, не заметили. Так, проезжаем вот эти вот места неудобные. Так, спасибо магнитику за монетки. Вот, уже десяточка есть. Первая десятка. Вот, новый рекорд у нас. Круто. Ну все, мы должны еще проехать. Достаточно таки хорошее расстояние. О, все монеты выгребли отсюда наконец-то. О, теперь я буду получать еще и сундучки такие монетные. Это здорово. Нам как раз нужно много денег. Уже 12-ка. Практически ничего не делая. Вот, а в этом месте я не смог проехать, да? Или в этом? Да, в этом месте я не смог проехать. Кажется, в этом. На баге. Так, вот один раз бензинчик не взять, и все. И все коту под хвост. Так, 4 километра проехали, офигеть. Сейчас будем наяривать 5-й. 5-й километр. Есть. 14 тысяч. Опа, чуть-чуть, что-то я не перевернулся. Опасно было. Но. Блин, загорелось все у меня. У меня все горит. Двигатель загорелся. Хоть бы он не взорвался. Так-то нормально, в принципе, едем. Опа, бензин взяли. Так, монетки не успели. Ну ладно. О, 300. Ну, 300 это мало, конечно. А вот когда мы... Вот, уже 5000. Пока что 300. Будет, потом скоро будет побольше монет давать. Во, когда мы рекорд будем бить. Вот это, наверное, рекорд, слушай. Да, 200. Во. Сейчас мы, ребята, насобираем денег. Главное не разбиться. Ой-ой-ой, опасно. Во. Тихо-тихо-тихо, не перевернись. Дурачок. Вот, еще денежки будут. Еще 2000. 2300. Так, здесь мы еще ни разу не были. Ого! Наверх я поднялся. Я не знаю, что там даже внизу. Мне это даже не интересно. Вау! Уже 2500 дают. Вообще ништяк. Блин, это что такое здесь?
Засада. О, ребята, 26 тысяч. Вот это там денег сколько. Фух. Так, перепрыгиваем. Ай-яй-яй-яй-яй. Нет, вонючий случай, вставай на колеса. Алло. На колеса вставай. Ну, блин, разбились. Эх, ну было здорово, было здорово.